В Ленинском районе сгорел автомобиль. ВАЗ-99 модели вспыхнул возле дома по улице Дзержинского. Эти эксклюзивные кадры в программу агентства чрезвычайных новостей прислали наши зрители. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило вечером. Пожарный расчет оперативно выехал на место и буквально за 3 минуты ликвидировал пламя. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем. Легковушка сгорела дотла. При досмотре оказалось, что машина без номеров, и кто оставил ее здесь, неизвестно. Владелец ВАЗа, а также точные причины ЧП устанавливаются.